Ну, это интересная штука, которая связана с изменениями архитектуры Кремля, да? Конечно, здорово, что там будут восстанавливать храм. Это очень здорово. Или, ну, это чудо в монастырь, да? И в определенном смысле это, конечно, символический шаг, который как бы символы смещает в сторону русской культуры, то есть русской истории, русской культуры, нежели в сторону, скажем так, государственных функционеров. Я считаю, что это очень, очень полезные тенденции.